Очередную операцию «Тоннель» по массовой проверке водителей проведут сотрудники ГИБДД. Операция «Тоннель» пройдет 19 февраля на 41-м километре автодороги Набережной Челны – Заинск-Альметьевск. Старт операции назначен на 6 часов утра. Автоинспекторы совместно с участковыми уполномоченными полиции и отдельным батальоном проверят весь проезжающий транспорт. ГИБДД города Заинска предупреждает водителей и пешеходов. В последние дни участились случаи наезда на пешеходов и предупреждают о необходимости иметь надежде световозвращающие элементы, особенно вне населенных пунктов в темное время суток.